Привет, дорогие друзья, по вашим многочисленным. Король и шут, лесник. Поехали. Пойдем, приятель, в лес. Лайки. Да, в общем-то, зажигательная, веселая композиция. Сегодня мы разберем вступление вот этого и основную мелодию, тему, да, в ля миноре. Как такового проигрыша нету. Проигрыш у нас в начале, как бы, и бриджа ничего нету, только модуляции есть. Ну, можете просто плюс 2 потом сделать, си минор. И мелодию, естественно, припева. Да. Будьте аккуратны с лопатами, потому что они натирают мозоли. Вот такие даже мозоли бывают. Да, не волнуйтесь, это в продолжение темы о всяких травмах и прочем. Так, ну поехали. Вступление, мелодия, гитара играет. Ля-ля, до-до-ре-ре-ми-ми. Ну, всегда по две ноты. Ля-до-ре-ми, ля-до-ре-ми, ля-до-соль-фа, ля-до-соль-фа. Соль, фа, ми, ре, соль, фа, ми, ре, соль, си, до, ре. Да, аккорды при этом у нас ля минор, потом фа мажор, фа ля до, да, потом ре минор и соль мажор, соль, си, ре. Вот можете выбирать, что хотите, можете просто играть. Вот, можете сразу играть. Я когда-то играл для ТикТока то же самое. На второй струне. Вот, я играю одинарным пиццикато, все время вниз. Та-т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 а. Вот. Вторая часть этого вступления у нас, я играл, значит, бряцнем.
Я, первая часть ноля. Дальше фа. И до. Ля, фа. Потом ля. Можно, в принципе, разделить на две части, у кого нет растяжки, допустим. Да, можно сыграть. Дальше соль, си, до, ре. Соль держится, да? Какой у нас там бой, как многие говорят. Как видите, рука все время работает. Та-та-та-та-да-там. Та-та-та-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-там. Та-та-та-та-да-та-да. Можно такой использовать. То есть у нас всего один пропуск и небольшие акцентики на каждый первый из двух ударов получается. Раз, два, раз, два, раз, два, та-там. Да, вот этот акцент тоже наверх. Пропуск. Та-та-та-та-та-да-да. В общем-то, несложный ритм. Та-та-та-та-та-та-та-там. Вот, попробуйте. И у нас основная тема тоже в таком же контексте можно играть. Вернее, припев, да. Так, поехали, куплет. Четыре раза повторяется практически, ну, кроме последнего раза. Значит, ля до ля 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 до ля 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 до до ми ми ре. Еще раз то же самое можно. До до ми ми ре. Я иногда играю ля до ля 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 до ля 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 до ля до ми ре. Чуть усложняю, да? Ля до ля 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 до ля 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 до 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 ля в конце. Четвертая фраза. И все, и будь как дома путник, да? Припев. Будь как дома путник, я не ми-ми, ре-ре-ре, ми-ля, ля-до, ре-ре-ре, ми-ля, ля-до, ре-ре-ре, ми-ре, и можно соль, там он, хей, и еще раз то же самое. Один в один, ничего не меняется. Так, вторые струны. Значит, можно открыто, можно... Чего мне не строить сегодня? А, это третья струна. Так, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ми-ми, ре-ре-ре-ми. Тоже остаемся, но переходим на фа. Ля-до-ля. И соль. Можно си. Но мне больше нравится пустая вот эта квинта. Пустая. Да? Прикольно звучит. И соль, си. Бой такой же. То есть тот же самый принцип у нас, как в начале, в принципе, тот же. Так, по поводу куплета и вторых струн. Давайте сразу покажу, наверное. А что там? Там большой палец на ля ставите. Ля до ля 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 до ля 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 до ля ми ре ля до ля. И все, и так до конца и шпарите. Можно открытые струны, да? Так, там было еще у нас что? Соль, фа, до, ля. Колечками. 10 лад, 8, 15 и 12. И там еще есть перед куплетом такая штука. Та-ра-рам. Я ее не играл, но она есть. То же самое. Колечко 5, 7 и 10. И будь как дома путник. Я ни в чем не... Вот и все. То есть, а вторая... Ой, вернее, после модуляции третий куплет. Это плюс 2 все. Соответственно, здесь просто фа диез играю. Песня легкая, нету никаких там особых сложностей, ну, может только начало вот сыграть вот это вниз, да, два удара, ну, можете играть два переменным штрихом. Ничего такого тоже сверхсложного не вижу. Вот, единственное, надо просто будет привыкнуть, там, та-дам, та-та-та, да, вот этот вот пропуск одного удара, та-та-та-та-там. Все. То есть песня вот такая несложная. В общем-то, ставьте лайки, балалайки. И ваши вопросы очень иногда в точку. Да? В общем, ждите следующих выпусков. Увидимся. Пока.